У стен Киево-Печерской лавры собрались верующие, которые выступают против избрания настоятелем Украинской Православной Церкви Московского Патриархата митрополита Антония. Протестующие держат в руках плакаты «Долой московского попа», «Украинцы против духовной оккупации» и другие. В ходе акции между священниками, которые молились у входа в заповедник, и митингующими, произошла словесная перепалка, поэтому милиционеры образовали цепь и отделили митингующих от священников. Напомним, сегодня, 13 августа в 14:00 по Киеву, состоится избрание первого предстоятеля Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Его интронизация ориентировочно пройдет в воскресенье, 17 августа.